Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Поликсена. Поликсена – дочь Приама и Гекубы, о которой нет упоминания у Гомера. Согласно более поздней легенде, она была принесена в жертву на могиле Ахилла. Заклание произвел его сын Неоптолем. Но этот сюжет написан на трагедии Еврипида Гекуба. Образ Поликсены часто встречается в ранней греческой поэзии о сватовстве героя и коварном убийстве его при этом, и о том, как после смерти он призывает к себе нареченную. Из Википедии. Ахилл, как рассказывает сравнительно позднее предание, случайно увидел ее, воспылал к ней любовью, решил взять в жены и перейти к троянцам, но был изменчески убит Парисом как раз тогда, когда пришел безоружный в Фимбру для бракосочетания с Поликсеной. После взятия Трои, по разным версиям, либо восставший из земли призрак Ахилла, либо только его голос из могилы, либо его призрак, явившийся Неоптолема во сне, потребовал принесения Поликсены себе в жертву. По Филострату покончила с собой на могиле Ахилла до взятия Трои из-за любви. В другой версии смертельно ранена Одиссеем и Диомедом при взятии города и похоронена Неоптолемом. Согласно Сенеке, принесена в жертву, чтобы затем стать женой Ахилла на островах Блаженных. Острова Блаженные в античной мифологии – часть загробного мира, где царит вечная весна и где избранные герои и особо праведные люди проводят дни без печали и забот, противопоставляется Тартару. Вот так вкратце о Поликсене, дочери Приама и Гекубы. Пока-пока, до свидания.